Не справились с управлением. Далее о происшествиях на дорогах. На повороте на Мишино 55-летний мужчина перевернулся на своем автомобиле. У него перелом ребер, черепно-мозговая и травма живота. Занесло на повороте у деревни Петракова и двух женщин. Машина, в которой находилась мама с 20-летней дочерью, съехала в кювет. А вот на Карачаевском шоссе у дома 45 в столб въехал 18-летний автомобилист. В результате закрытая черепно-мозговая травма. 25-летний муромлянин получил перелом ребер, упал с велосипеда у торгового центра «Западный». А сегодня ранним утром произошла авария на перекрестке улиц Октябрьская и Первомайская. Столкнулись два автомобиля. «Пежо» поворачивал в сторону площади Крестьянина, «Киа» на набережную. Кто виноват, выясняют сотрудники ГИБДД. Пострадавших нет, механические повреждения лишь у транспортных средств.